весь поселок на ушах стоит. Убийца среди честных людей разгуливает. Ты совсем дурак, что ли? После этого всего сюда? Егор, а зачем тебе это надо, а? Этого чувака убили 8 лет назад. А меня посадили за это убийство. Проект пошел, вот-вот все решится. А тут такая хрень. Уголовный элемент посреди социальной картины. Папа, я разберусь. Витя все под себя подмял. Поднимай! А! Ты что думаешь? Ты тут царь-бог, да? Напугалась. Всколыхнулось что-то внутри. Я что, виноват, что он вернулся? Как вернулся, так развернется. Дадут тебе здесь жизнь, Егор. Не дадут. Подожгли. Кто? Тот, кто Генку убил, тот и поджег. Сережа, мы с тобой тут две веточки власти, и нам нужно жить дружно. А если не получается, придется одну веточку отпилить. Я тебя прошу, надо что-то с ним делать. Он рано или поздно все узнает. Ведь если меня прижмут, я молчать не буду. Я ему все расскажу. Я тебе говорил же, погнали в Кунгур. Чуть тут ловить, прям комаров. Они меня убить хотели. Значит, знают что-то. Боятся, что я узнаю. Я обязательно узнаю.